А здесь трибуна будет, не знаете? Там, да? Это академический. Привет. Давай. Так, а давай держи так там. Берите газеты, чтобы выпало раз. Здравствуйте. Есть? Отлично. Привет. Камеры. Это видео было.
я тут раз стояла. Добрый день, уважаемые друзья. Просьба всех, кто стоит там за памятником, подойти поближе, чтобы всем было слышно. Вот, чтобы не жаловались потом, что что-то не услышали. Мы сегодня начинаем наш митинг, который мы назвали «За пересмотр так называемой программы реновации в интересах собственников жилья, очередников, жителей аварийных домов, жителей домов-бараков с удобствами на этаже, обманутых дольщиков и так далее. И за пересмотр основ жилищной политики в городе Москве. Митинг организован двумя структурами. Это Московское Яблоко, Московское отделение партии «Яблоко» и движение против сноса. Поэтому вести этот митинг будем мы. Кэрри Гугенбергер, лидер движения против сноса. И Сергей Митрохин, лидер Московского «Яблока». Собственно, кто нам дал площадку, ему и первое слово. Ну, я не дал площадку, мы просто выбили заявку. Согласование заявки на проведение этого митинга, это потребовало очень больших усилий, вот, и нас очень жестко ограничили во времени, как я уже сказал, поэтому и я постараюсь быть короче, и всех выступающих тоже призываю быть краткими. Дорогие друзья, все мы помним, как примерно год назад нам с вами, как снег на голову, свалилась вот эта самая реновация. И мы помним, какое возмущение это вызвало, какие массовые митинги проводились тогда, какие рискованные акции, пикеты и митинги несанкционированные проводились у Государственной Думы, у Совета Федерации, у администрации президента. Тогда власть сделала вид, что бросила нам какую-то кость, какие-то поправки, там что-то там переселение в своем районе и так далее. После этого она выдала эту кость за какое-то величайшее благодеяние и стала везде трубить через свои подконтрольные СМИ о том, что москвичи теперь чуть ли не в восторге от этой самой реновации, что они ее полностью поддерживают. Но можем ли мы с вами согласиться с этими бравурными рапортами? Я думаю, что очень яркий ответ
на этот вопрос был получен в феврале этого года, когда партия «Единая Россия» попыталась устроить пиар из такого события – заселение первого стартового дома вот этой самой реновации. Однако вместо пиара у них получился позор, потому что из 320 квартир в этом доме на 5-й парковой, я туда приезжал и сам лично это все контролировал, только две квартиры получили очередники. Вот те самые из тех сотен тысяч, которые у нас стоят по 20-30 лет в очереди за жильем. А из жителей бараков, из жителей аварийного ветхого жилья не получил вообще никто в этом доме квартиры. И это при том, что дом строился именно для этих категорий населения, а не для какой не реновации его 3 года назад заложили финансирование из бюджета. Я считаю, что это очень символично. Реновация началась с грабежа. Жилье, новые квартиры отняли у тех, кто реально по-настоящему нуждается в получении жилья. И передали их тем, кто, в общем-то, особенно ни в чем этом не нуждается, кто живет в крепких пятиэтажках. И вот, мне кажется, на этом примере можно продемонстрировать вот эту вот антисоциальную сущность той жилищной политики в городе Москве, которая была положена в основу программы реновации. И эта антисоциальность во многом проявляется, не только в том, что я сейчас сказал. Мы знаем, что под реновацию сносят, например, прекрасный, недавно отремонтированный дом для реабилитации детей-инвалидов на 16-й парковой, что под реновацию хотят застроить, переуплотнить дом-интернат тоже для детей-инвалидов в Токмаковом переулке. Мы знаем, что под реновацию сейчас, под застройку, под уничтожение идут общедоступные массовые стадионы в городе Москве. Например, такой стадион, как Красная Пресня на северо-востоке Москвы. А давайте возьмем экологию. Что будет у нас с экологией, если все это осуществится? Что значит строить в своем районе, как популистски обещал мэр Москвы Собянин? Это строить, значит, на месте тех последних клочков зелени, скверов, сквериков, деревьев, которые там еще остаются. Это значит уничтожать все это. То есть эта программа не только антисоциальная, она антиэкологическая. А где еще будут строить? А там, где у нас в Москве осталось... Я закончу. Там, где у нас в Москве осталась еще историческая застройка. Вот возьмите Басманный район, там будут сносить здания 18 века, так прямо и пишут, под снос 18 век. Там будут сносить, застраивать древние церкви, церковь Вознесения, постройки Казакова. Будет застроена, ее не будет видно. То есть мы видим, что эта программа направлена еще против нашего прошлого. Она направлена против основ патриотизма, того здорового патриотизма, который необходим нашим гражданам и нашим детям, а не того показного, который у нас льется с экранов телевизора. То есть эта программа является еще и антипатриотической. И мы знаем, что она является коррупционной, потому что создается какой-то мутный фонд с неизвестными, куда там деньги тратятся, как всегда. А в том доме, где происходило вселение, где я сказал, половина квартир только идет под реновацию, а половина отдают чиновникам, прокурорам, там еще неизвестно кому. То есть программа коррупционная. Давайте подытожим. Она антисоциальная, антиэкологическая, антипатриотическая, и она коррупционная. Эта программа человека ненавистническая. Она сформирована в интересах строительной мафии, которой на растерзание отдается город Москва. Поэтому мы с вами здесь сегодня собрались для того, чтобы сказать нет этой программе и предложить альтернативу. Эта альтернатива изложена в резолюции нашего митинга. Давайте еще раз ответим на вопрос. Нужна ли нам такая программа? Нет! А вот давайте ответим еще на один вопрос. Нужна ли нам такая власть, которая предложила нам, не предложила, а навязала, продавила эту программу? Нет! Так я призываю вас тогда не надеяться на то, что власть выполнит требования нашей резолюции. Вот эта власть, которая отдала Москву на поток разграбления. Я призываю вас к тому, чтобы сменить эту власть.
сентябре этого года на выборах мэра Москвы. Я выдвигаю свою кандидатуру на эти выборы. И та резолюция, которую мы сегодня вам раздали, это будет моя программа по решению жилищных проблем Москвы. В реновации нуждаются не крепкие пятиэтажки. В реновации нуждается сама московская власть. Она должна уйти. Даешь реновацию власти. Даешь реновацию власти. Даешь реновацию власти. Спасибо. И я теперь слово предоставляю Кэрри Гугенбергер. Так, я буду кратко, но по листочку. Потому что я представляю тех жителей пятиэтажек, которые не согласны с той программой реновации в той редакции, которая она есть сейчас. И я хочу спасибо сказать тем, кто сейчас пришел, что мы вместе смогли напомнить о том, что мы не согласны с данным законом, что мы дальше будем бороться против этого закона, что мы дальше будем бороться за соблюдение частной собственности, а именно 35-й статьи Конституции. А дальше прошу прощения по листочку. Прошел почти год, когда мы вместе с вами собрались на Сахарова, и нашими устами было сказано со сцены, что после принятия закона наша борьба не заканчивается, а только начинается. Прошел почти год, и мы вместе доказали свои слова, но практика показала, что все получается не с первого раза. Но мы не должны думать, что за нас уже все решили, и мы ничего не можем изменить. Мы не должны сдаваться. Многие из нас уже не раз доказали на деле, что мы можем вместе добиться результата. Мы совместными усилиями смогли отбить много домов из расстрельного списка, который был весной. Мы разными способами стараемся достучаться до властей, чтобы нас услышали. Создана рабочая группа при ГД, где наши люди защищают наши права. Мы сотрудничаем с общественным штабом по реновации, чтобы с их помощью вытащить дома от реновации. Боремся за дома в судах. Наша задача на сегодня. Мы должны бороться за то, чтобы все дома, которые смогли обиться или не были включены в программу реновации, были объявлены несносимыми. И больше не было ни одной попытки открытия вход в программу. Дома нуждаются только в качественном капитальном ремонте и, если захотят 100% собственников, реконструкция. Те дома, кто не смог отбиться, мы требуем полностью пересмотреть принятый в прошлом году закон так называемой реновации. То есть привести его в соответствие к 35-й статье Конституции о неприкосновенности права частной собственности. А именно, решение о входе в программу реновации только при 100% согласии собственников или нанимателя и только по ОСС. Добиться того, чтобы в первую очередь квартиры были предоставлены очередникам и жильцам бараков, квартирам коридорного типа с удобством на этаже, а также были выполнены обязательства перед дольщиками, а не защищалась желанная застройщиками земля. Напомнить о том, какую Москву мы любим, как мы гордимся ее историческим обликом, который привлекает туристов, и мы не хотим терять уникальное архитектурное наследие. Не хотим, чтобы под нашими окнами строились многоэтажные монстры, которые не соответствуют человеческому масштабу. Черт знает, какие этажные монстры, которые делают Москву холодным и неуютным городом. Добиться моратория на строительство высотных домов. Не утихает скорбь по погибшим зимней вишней, поэтому мы выступаем против строительства высотных домов и применения вентилируемых фасадов. Пожарная опасность для людей, находящихся в высотных зданиях, усиливается тем, что, в отличие от малоэтажных домов, сильно затрудняется эвакуация. Ой, прошу прощения. Не могу это сказать, как владелец 9 кошек. Прошу прощения. Мы должны защищать право на жизнь наших пушистых волосатых соседей, бездомных кошек, проживающих в подвалах, которые также являются жителями пятиэтажек и москвичами. Поэтому в рамках движения «Москвичи против сноса» мы сплоченно будем продолжать борьбу, в данном случае самоорганизация «Наше все». Хочу подвести итоги нашего движения. Мы за развитую инфраструктуру, мы за комфортную среду обитания, мы за зеленый воздух, мы за зеленый город, за чистый воздух, за город для жителей, животных и птиц, мы за малоэтажную Москву. Ура! Ну давайте скажем это вместе, известный наш старый лозунг. Это наш город! Это наш город! Это наш город! Это наш город!
эти приставки. И мы не отдадим его гостям столицы. Так, позвольте сказать слово нашему самому активному активисту, которого знают, наверное, я думаю, все. Даю слово Юлии Галявиной, муниципальный депутат Тимирязевского района, координатор штаба защиты москвичей. Приветствую! Да, я не буду сжечь, я поговорю просто спокойно, наверное, сейчас, потому что у меня много всякой полезной и интересной информации. Если год назад это событие всех настолько потрясло, что очень многие люди, которые никогда не занимались никакой активной общественной деятельностью, стали ей заниматься, и многие вышли на митинг. Сейчас наша борьба против этого закона и против его реализации перешла в такой затяжной характер, стала носить. И тем не менее она продолжается, и я штаб защиты москвичей, вокруг которого собрались юристы, мы продолжаем что-то делать и делать эффективно. Буквально пару дней назад нашему юристу удалось и нашим активистам удалось отбить еще один дом от реновации в Чухсины-Тупике. И это такие новости мы слышим почти каждую неделю. То есть люди борются в судах, и что самое интересное, даже в наших совершенно нечестных судах удается побеждать. Поэтому мы уверены, что надо продолжать бороться, и для этого мы придумали множество инструментов. Вот, например, у меня в руках эта газета, которая вышла вчера, газета «Живой город», которая полностью посвящена реновации. Один такой номер вы можете взять у наших волонтеров о входе на митинг, но вы можете заказать по себестоимости эту газету у нас. Мы ее напечатаем в типографии. Подходите к нашим волонтерам, и вы можете это сделать. В газете мы рассказываем о всех последних новостях. О том, какой ужас представляют из себя дома, которые на Карамышской набережной, например, в которые людей заставляют переезжать. Или о том... что на самом деле реновация превратилась в обычную точечную застройку, когда во дворы, вот как у меня в Тимирязевском районе, на Астрадамской улице, на линейном проезде, вместо детских садов теперь построят 16-20-этажные дома. Кому это понравится? Конечно же, никому, и это на самом деле просто такая завеса для того, чтобы продолжать ту самую точечную застройку, которую москвичей уже просто замучили. Да, я сейчас уже скоро закончу. И вторая новость для вас – это то, что мы начинаем серию лекций, посвященных вашим правам, как можно оформить землю, как можно выйти из реновации, как можно защитить свои права при переезде. И последнее, мы готовим большой правозащитный доклад, который выйдет в июне, посвященный всем нарушениям прав во время реновации, начиная от нарушений конституционных прав и заканчивая нарушениями всех остальных экологического жилищного права собственности, права на передвижение и так далее. То есть мы с вами можем увидеть через месяц примерно, что, собственно говоря, представляет себя этот закон на деле. И ничего хорошего он из себя не представляет. Поэтому давайте продолжать, приходите на лекции, распространяйте доклад, берите газету. Мы работаем. Уважаемые друзья, я вот в своем выступлении сказал о том, что в Москве много жителей бывших общежитий с удобствами на этаже. Это так называемые дома-бараки, которые давно должны были расселить и даже построили дома, но только въехали в них почему-то какие-то другие люди. Так вот эти жертвы коррупции, произвола нынешнего правительства Москвы объединились в движение «За жилье». И я предоставляю слово лидеру этого движения Дарье Кирилловой. Всем добрый день. Я рассчитывала, что я буду выступать после Луизы Мартьяновой очередники, но тем не менее. Я Кириллова Дарья, Народное движение «За жилье». Значит, сегодня мы пришли поддержать непосредственно ребят, которые организовали данный митинг.
нам, как движению за социальные права, куда входит наше движение «Очередники России», «Шахтеры», «Вкладчики», ПАО «Банка Югры», в том числе они сегодня здесь, ребята, мы вас поддерживаем, и многие другие. Тем не менее, наши митинги не согласовывают, мы получаем неоднократно отказы, мы не можем провести завтра свой митинг, который должен был быть завтра. Поэтому сегодня мы рады, что нам дали возможность сказать об острых социальных проблемах. Мое движение, Народное движение за жилье, представляет людей, которые потерпевшие от реализации программы «Жилище». По программе «Жилище» она реализована, федеральные средства выделены, но все наши дома, как проживали в отвратительных условиях, так и остаемся проживать. Через суды нас выселяют на улицу, потому что наши дома – это бывшие общежития. Это люди, которые заселялись как строители, медицинские работники, педагоги и различные другие профессии, я считаю, необходимые нашему государству. Так вот, они были необходимы. Необходимы они были в 80-е, 90-е, 2000-е. Но сегодня, в 2018 году, решили, что наши дома надо включить в программу «Жилище», общежития нужно ликвидировать, квартиры новые были предоставлены, но в них проживают посторонние лица. И в настоящий момент дома, в которых мы проживаем, переведены в нежилой фонд. Это проблема не только Москвы. Это проблема Владикавказа, Нового Уренгоя, Санкт-Петербурга, где мы были на пресс-конференции 2 недели назад. Это проблема всей России. Нас более 5 миллионов граждан, которые были заселены в рамках государственных программ по укомплектованию нужными необходимыми специалистами. Так вот, ребята, нас всех лоханули. Потому что в настоящий момент запущена программа «Реновация», программа «Жилище» реализована. Но наши семьи, новые собственники наших домов, пытаются выселять через суд наши семьи. Что у них успешно выходит? Потому что в 90% случаев судьи принимают неправосудные судебные решения. И я маленький пример вам приведу сейчас Михайлушкиной Галины. Это житель Днепропетровской, 27, корпус 1. Непосредственно она проживает на условиях договора социального найма. Она очередник, заселялась в 90-х годах, очередник города Москвы. Так вот, неделю назад состоялось судебное решение, где судья лишила ее социального жилья. Ее выселили на улицу без предоставления иного жилого помещения. И это происходит со всеми. Как только мы пошли знакомиться с учетными делами, мы выяснили, что нам неоднократно предоставлялись квартиры и существуют отказы от наших семей. Это ложь. Генпрокуратура, Следственный комитет и МВД Российской Федерации. Я к вам обращаюсь непосредственно с одним требованием. Хватит игнорировать тысячи и одно сообщение о преступлении. Требуем возбуждения уголовных дел по статьям 159 УК РФ и 140. Мы молчать не будем. Позвольте дать слово еще одной звенья одной нашей цепи. Лидеру общественной организации «Очередники Москвы» Мартьяновой Луизе Александровне. Приветствую всех сегодня на митинге. Благодарю организаторов за данный митинг и за повестку. Прежде всего хочу сказать, что правительство Москвы нам неоднократно отказывает в согласовании митинга. Так, на завтра, 22 апреля, мы заявляли митинг. Площадки предлагали самые разные, в том числе и данную площадь, Суворовскую. Но власти Москвы отказывают нам в согласовании митинга без объяснения причин, в связи с чем мы сделали выводы о том, что правительство Москвы своими руками пытается всячески политизировать социальный протест. Для чего им это нужно, можно только догадываться. Общественная организация «Очередники Москвы» официально заявляет, что отношение к политическим партиям не имеет и преследует единственную цель – решение социальной, жилищной проблемы всех очередников. За последние годы правительство Москвы целенаправленно не выдавало жилье очередникам, придерживая дома, построенные на бюджетные средства, для других целей. Срок ожидания социального жилья в Москве резко увеличился с 20 до 27 лет. В настоящий момент в очереди стоят около 80 тысяч семей. Это около 280 тысяч человек. На выполнение программ города Москвы «Жилище» под программой выполнения государственных обязательств ежегодно направляется огромное количество бюджетных средств. Ежегодно строится порядка 600 тысяч квадратных метров жилья. А также
ежегодно выделяется порядка 6 миллиардов рублей на предоставление субсидий на строительство жилья. Такие объемы финансирования и строительства позволяют ежегодно обеспечивать жилыми помещениями, субсидиями порядка 20 тысяч семей очередников. Но вместо этого в год обеспечивается жилыми помещениями, субсидиями не более 3-4 тысяч семей. Остальное построенное жилье либо пустует, либо продается по коммерческим ценам через аукционы, вместо обеспечения выполнения обязательств перед очередниками. В этом году начала действовать программа «Реновация». На ее реализацию были направлены десятки домов, построенных на бюджетные средства, ранее предназначавшиеся очередникам. А правительство Москвы спросило у очередников, согласны ли они отдать свои дома и стоять в очереди еще 10 лет. Очередники Москвы категорически не согласны отдавать дома, предназначенные для их переселения под нужды реновации. Прежде чем браться за реализацию новых проектов, необходимо выполнить ранее взятые обязательства перед очередниками. Пункт 2 статьи 55 Конституции гласит, в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Правительству Москвы плевать на Конституцию. Очередники 90-х годов до сих пор не могут получить свои квартиры. Им предлагают мизерную субсидию. Что может купить себе очередник на 1 миллион рублей в Москве, хотя он встал в очередь за отдельной благоустроенной квартирой, имеет полное право на ее получение, отстояв в очереди 28 лет. Многодетные семьи в 2014 году были выкинуты из отдельной очереди на получение субсидий, а в 2017 вообще выкинуты в самый конец очереди, хотя должны были получить субсидии в течение нескольких лет. Не нужен рост демографии в Москве. Мигрантами будете уплотнять Москву. А москвичей спросили? Очередники требуют от правительства Москвы выполнить обязательства перед очередниками, вернуть дома, построенные по программе жилища, очередникам, предоставить пустующие квартиры очередникам, законодательно закрепить максимальный срок ожидания социального жилья 15 лет, перенаправить излишки жилья, оставшиеся после первого периода переселения, на цель улучшения жилищных условий очередников в связи с тем, что данное жилье не соответствует новым нормам реновации. Предусмотреть улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, стоящих в очереди на жилье, семьи с инвалидами, многодетные семьи, ветераны боевых действий, жители коммуналок. Закрепить коэффициент жилья со строительства всех домов в городе, который будет направлен на улучшение жилищных условий очередников. Вернуть бюджет по субсидиям для очередников на уровень 2010-2012 года, то есть 10 миллиардов рублей вместо нынешних 6 миллиардов. Вернуть отдельную статью расходов 05Б-0104 для очередников, имеющих 3 и более детей. Всем спасибо. Спасибо. Как мы знаем, ответственность вот за эту антисоциальную программу несет не только московская власть, но и федеральная. Это же вместе с Путиным Собянин договорились об этой программе. И вот президент России, он как-то подзабыл, что в стране огромное, еще больше, в разы больше и обманутых очередников, и барачников, и людей, живущих в ветхом жилье. А деньги предлагают бюджетные тратить на реновацию тех, кто не нуждается в жилье. И он забыл еще одну категорию, которая по стране просто вопиет от отчаяния. Это обманутые дольщики. Слово предоставляется лидеру обманутых дольщиков России Лори Мид. Я пришла не одна сегодня, я пришла с одним из застройщиков города Москвы, потому что обманутые дольщики очень тесно связаны с темой коррупции в городе Москве. Обманутые дольщики Москвы и Подмосковья не только приветствуют вас сегодня, мы еще и предостерегаем вас всех от обмана, который вас неминуемо ждет, потому что только мы, дольщики, которые вложили свои средства собственные 20 лет назад в город Москву и купили свои квартиры, ждем их уже по 20 и по 15 лет. Кто, как не мы, может сказать вам, вас обманут точно так же, как и нас. В июле месяце я лично была на встрече с Собяниным в присутствии уважаемых депутатов Государственной Думы, которые попросили Собянина быть примером, как нужно достроить дольщиков Москвы, чтобы остальные регионы приветствовали этот пример. Прошло 8 месяцев. И подписант
наших дорожных карт господин Хуснуллин. Палец в палец от тебя стучал. Ни одна дорожная карта из 30 объектов не пошла в реализацию. Мы очень активны, вы это знаете, я член рабочей группы в Госдуме. Мы добились того, что 7 февраля Собянин издал устный указ достраивать за счет бюджета Москвы некоторые три объекта, в том числе и мой. Механизмы должен был разработать его опять заместитель Хуснуллин, который до сих пор ничего не совершил. Итак, заместитель мэра Хуснуллин не выполняет указы президента. Заместитель мэра Хуснуллин не выполняет указы Собянина. Если Сергей Семенович Собянин позволяет своему заместителю не слушаться нашего власти Кремль, если Собянин разрешает своему заместителю Хуснуллину иметь счета, инвестиционные визы для его семьи и вкладывать миллионы фунтов стерлингов в дела не очень дружеской нам Великобритании, а мы уже написали такие письма, проверить инвестиционные визы его страны, его семьи и доказать, имеет ли право высокопоставленный чиновник иметь недвижимость и бизнес за рубежом. Так вот, если Сергей Семенович Собянин не задает ему эти вопросы, прежде чем на эти вопросы Собянин ответит перед Путиным, мы в сентябре все устроим протестное голосование. Сейчас я передаю слово застройщику. Михаил Михайлович Хубутия. Дорогие друзья, я бы на их месте действительно застрелился бы. Это позор, реальный позор. Друзья, засеянный американцами вот эти метастазы, они уже окружили наше сердце. Все до единого окажемся на таком же месте. Вовремя надо взяться. Мы создали группу движений «Моя Москва без коррупции». Это абсолютно без политики, а политичная организация. Вместе с вами. Давайте объединимся. Давайте будем задавать вопросы. Давайте будем выходить на митинги. Давайте будем бедным вот этим людям помогать. Несколько человек, президент, уже помощь, уже нам решит, продвинет вперед. Ну, задача номер один – помочь всем обездоленным дольщикам, которых сейчас с издевкой называют инвесторами, которые вложили копейки свои последние в никуда, чтобы обогатить коррупционеров. А коррупция везде на сегодняшний день. И в бизнесе, и в правительстве, и везде. Давайте вместе воевать и бороться против коррупции. Друзья, мы вместе. Долой коррупцию! Долой коррупцию! Долой коррупцию! Долой, долой коррупцию! Все на голосование против такой власти Москвы в сентябре! Слово предоставляется активисту Московского яблока, экологу Сергею Менжерисскому. Друзья, добрый день! Мэр Собянин, правительство Москвы многократно нам заявляло о том, что точечной застройки в Москве больше не будет. Вы это слышали? Тем более в рамках реновации. Нам говорится о том, что единица реновации будет квартал, и то в согласии большинства жителей. Реально, конкретный пример, мой пример. Живописный 58. Прекрасные кирпичные пятиэтажки из розового кирпича. Замечательный квартальчик с уютными зелеными дворами просторными. Многие мои соседи покупали там квартиры именно за эту красоту и за простор. Нам всем там хватает места. Что мы имеем в итоге? Весь наш квартал проголосовал против реновации, логично, да? Один дом из семи проголосовал за реновацию. Причем темная история, сами эти люди не знают, каким образом они вдруг стали за. Они пока разбираются, но когда мы пришли на встречу с префектом северо-западного округа Пашковым, задали вопрос, каким образом поступать в этой ситуации. Он сказал, реновация в вашем квартале будет. Вот посреди вашего квартала будет построена большая многоэтажка, потому что люди этого дома имеют право на реновацию. Естественно, мы задаем вопрос, слушайте, это же квартальная застройка, сложившаяся, это же архитектурное решение. То есть все идет под нож ради того, чтобы кто-то получил прибыль. Так вот, это только пример, один из многих тысяч примеров. Вот эти вот дома внутри кварталов, отдельные дома, будут выступать троянскими конями этой реновации.
вся Москва превращается в сплошное поле точечной застройки по итогам этой реновации. Поэтому, если мы эту реновацию корректируем, мы будем требовать только одного. Чтобы в закон реновации был внесен пункт о голосовании всего квартала. И по решению жителей всего квартала только должно приниматься решение реновации. И никак иначе. И еще, в сентябре будут выборы. Это решение должно быть решение наших проблем. Прежде всего, политическое. Нужно голосовать за тех людей, которые будут работать в интересах москвичей, а не против. Спасибо. Представляю слово еще одному активисту, представителю жителей измайловских бараков, негодных проживаний. Аверина Юля. Общественников и активистов, дома, известные как Измайловские бараки, были включены в программу реновации. Но несмотря ни на какие факты и доводы о том, что помимо несоответствия помещений требований, предъявляемым жилым, помещения не изолированы, в помещениях нет ни унитазов, ни ванн, ни душа, ни умывальника. И несмотря на это, что жителям живущих в этих бараках угрожают техногенные опасности, такие как пожары, обвалы, прорывы труб, затопления, поражение конструкции опасными видами грибка, вызывающих тяжелые заболевания. Жителям до сих пор не предложены варианты расселения в стартовые дома по реновации. Несмотря на, на запуск программы, несмотря на заявление депутатов Государственной Думы, в частности, окружного депутата по Восточному округу из Государственной Думы Антона Жаркова и членов правительства Москвы, требуем отмены проведения чемпионата мира по футболу 2018 года до момента, пока не рассели строители Олимпиады 80, проживающих в Измайловских баратах, которым до сих пор не предоставлено заработанное соответствующее нормам жилища. Требуем организации встречи с мэром Сергеем Семеновичем Собяниным для доведения до его сведения невыносимого положения жителей в бараках. Требуем его выезда на эти адовые дома. Требуем незамедлительной организации рабочей группы по расселению жителей из Измайловских бараков в стартовый дом по реновации. Требуем незамедлительного предоставления жителям из Измайловских бараков смотровых отделов на квартиры в стартовом доме по реновации на улице 5-я Парковая, дом 62, где незаселенными на данный момент остаются больше 240 квартир, при том, что жителям бараков требуется не более 150 квартир для полного расселения из непригодных для проживания бараков. Все знают, что жилище, что квартира – это единственное средство жизнеобеспечения любого гражданина и его семьи. Но элементарного вот этого, как говорится, средства эти жители, которые отстроили не только объекты Олимпиады 80, а многие другие объекты в Москве, до сих пор не имеют. Это иначе как позором не назвать. Требуем выполнить все требования, которые были сейчас озвучены. Благодарю Сергея Сергеевича за то, что он сделал доклад Валентине Матвиенко прошлым летом, после чего она сделала заявление о том, что общежития, бараки должны быть расселены во всей стране. Но до сих пор к этому не предпринято никаких мер. Спасибо. Спасибо, уважаемые друзья. Мы сегодня говорим о реновации, о ее катастрофических последствиях. Но мы должны при этом учитывать, что помимо реновации у нас в Москве еще много других, в кавычках, удовольствий происходит. У нас чудовищные точечные застройки. Вот. У нас еще и без всякой реновации могут целый квартал снести и построить там черт знает что, а людей выбросить куда-то там непонятно, на окраины. Так вот, сейчас я предоставлю слово людям, которые отчаянно борются в 5-м Донском переулке вот с таким вот чудовищным кошмаром, который им навязала московская мэрия. Я предоставляю слово Владимиру Залещику, он муниципальный депутат Донского района от партии «Яблоко», и Григору Гаспаряну, лидеру инициативной группы. Пожалуйста. День добрый, друзья! Сейчас с нами поздоровится наше будущее. Я Павел Саванчук. Здрасте. Спасибо вам, что вы собрались. Я депутат Донского района города Москвы Залещак Владимир. И сейчас я выступаю от лица жителей, представители которых стоят здесь внизу.
Пятый Донской проезд – это микрорайон в Донском районе. Это 13 домов. 13 домов, вот примерно как вот такие. Там есть даже такие вот большие дома, которые вот справа, слева. И там проживают 1500 жителей. Какой-то коммерсант взял, пошел договорился с мэрией, и эти дома расселяют. Расселяют самым варварским способом. Если дом, например, стоил, квартира в этом районе стоила 15 миллионов, доводит до того, что квартира падает в цене ровно в половину. И жители не могут уже продать ее. Даже за эту стоимость не продается. И жители, как заложники, находятся в этой ситуации. Рядом идет стройка, дома дают трещины. И такая ситуация продолжается до тех пор, пока жители сами не уедут. Значит, ко мне обратились жители вот с этой проблемой, о том, что нет никакого выхода. Я, как депутат, вижу решение этой проблемы следующим образом. Представители на районе прошли, в микрорайоне прошли выборы. Каждый дом выбрал своего представителя. Вот здесь вот они сейчас все стоят. Представители, можно к ним подойти и пообщаться, взять интервью. Они, как жители, расскажут, что происходит. У кого дома трещины, есть квартиры после начала строительства, трещины, в которых видно землю, ну, то есть видно улицу. Значит, работа будет построена следующим образом. Мы заставим работать депутатов. У вас на районе, у каждого есть районные депутаты. Заставьте работать их. Придите к ним на совет, скажите, мы вас выбрали, вы представляете нашу власть. Депутаты должны взять вас за руку, вы их там, и идти в исполнительную власть, в управу, в префектуру. Заставить префектуру и управу тоже работать, чтобы они транслировали все ваши проблемы выше правительству. Значит, только вместе, только сообща мы сможем решить эту проблему. Очень важно вот сейчас, что нам дали возможность выступить. Вот я вижу, что народ очень подготовлен. Это видно сразу. Люди пришли с плакатами, люди пришли со своими требованиями. Это очень важный такой аспект в уличной борьбе. Поэтому давайте активизироваться, давайте работать, и мы победим. И сделаем нашу жизнь достойной и лучше. Спасибо. Слово хочу представить следующему нашему активисту. Та же тема, в общем. Уважаемые сограждане, мы жители 5-го Донского проезда, проживающие всю жизнь в тихом, зеленом, уютном микрорайоне в центре Москвы у метро Ленинский проспект, столкнулись с вопиющим произволом со стороны властей и ощутили на себе, как реализуется градостроительная политика в Москве. Запомните наш адрес, 5-й Донской проезд, потому что это может коснуться каждого. Пока мы спокойно проживали в своем любимом районе, доверив покой нашим властям, за нашей спиной, от нашего имени, как бы в наших интересах, был принят документ, по которому фактически был запущен механизм легального отъема собственности у полноправных жителей Москвы под предлогом реконструкции для улучшения условий проживания. Наша земля, 14 жилых корпусов, была передана в аренду строительной компании «Комплекс Строй», возглавляемый скандально известным банкротом Блажко. Нас в 21 веке в центре столицы европейского цивилизованного государства, как нам говорят из всех средств СМИ, отдали вместе с землей, домами и всем их содержимым, как крепостных крестьян, на откуп застройщику. Наш прекрасный район уничтожается. В 7 метрах от жилых домов роется котлован, строительные краны над крышами домов, грохочущая стройка под окнами. Кирпичные дома разрушаются, несущие стены, о чем уже говорилось, дали трещину. Квартиры обесцениваются с каждым днем, создаются невыносимые условия проживания. Наши крепкие кирпичные дома намеренно доводятся до аварийного состояния. Фактически это делается от имени по поручению властей, которых мы же сами и содержим. Жителям предлагается согласиться на заведомо невыгодные условия переселения. Нас принуждают переезжать далеко за пределы района проживания. Таким образом, пытаясь выдавить из центра города Замкат. А на освободившейся земле, рядом с площадью Гагарина и Донским монастырем, будет появится очередной монстр, жилой комплекс премиум-класса с 5 небоскребами под 100 этажей, убивающий все вокруг, парализующий всю окружающую инфраструктуру, в том числе
приведя к транспортному и экологическому коллапсу. Нам не нужны эти архитектурные эксперименты, уродующие облик нашего города. Мы отстаиваем свои права, свое достоинство, свое законное имущество, и мы не отступим. Мы жители Москвы, и в частности жители 5-го Донского района, владения 21, не намерены больше терпеть и спокойно наблюдать, как отбирают нашу собственность, разрушают наши хорошие дома. Наш прекрасный район, наш любимый город. Мы требуем отмены всех антинародных, несправедливых и вредных для города решений. Спасибо. Спасибо. Так, а теперь позвольте мне дать слово активисту своего района. Хочу с гордостью представить Балахванцев Арчил Савельевич, член инициативной группы «Савеловские выборы». Добрый день. История, это история о зеленом благоустроенном районе, в который приходит рукотворная беда. В нашем Савеловском районе несколько десятилетий работала НПО «Наука» на аэрокосмическую отрасль. И вот осенью прошлого года владельцы предприятия продают его территорию к строительной компании «НПГ Девелопмент». А в марте мы и узнаем, что застройщик собирается изменить правила землепользования и строить на этом месте 5 небоскребов до 85 метров. 12 апреля в районе проходят так называемые общественные слушания. Так называемые, потому что на эти слушания была нагнана массовка людей, которые отказывались с матерной бранью буквально предъявить свои документы, доказывающие, что они жители нашего района, но при этом, так сказать, орали активно за строительство. Ну а представители застройщика и префектуры отвечали: «Поживем, увидим». Ни одного конкретного вопроса о строительстве, на ни один конкретный вопрос о строительстве они не ответили. Мы, жители района Савеловский, реальные жители, категорически против этого строительства. Прежде всего потому, что у нас протекает подземная речка, несколько десятилетий назад посаженная в трубу. И строительство угрожает разрушению фундамента ближайших домов. К сожалению, в Савеловском районе несколько лет назад произошла уже аналогичная история, когда был подтвержден фундамент дома 1517 по Старопетровско-Арзамовскому проезду. Жители попытались взыскать с застройщика компенсацию за нанесенный ущерб, но наш самый гуманный суд в мире им, разумеется, отказал. Дом только стянули стяжками и, так сказать, одели в обшивку. Ну и излишне говорить о том, что ни один из чиновников, выдававших разрешение на это строительство, ни и уверявших людей, что все будет в порядке, не понес никакой ответственности. Строительство разрушает наш быт, это огромное количество пыли, это шум, это угроза близлежащим домам от падения высотных строительных кранов, это огромная нагрузка на инфраструктуру района. Причем мы, жители района, понимаем, что у нас отсутствует достаточное количество парков, нет школ, не хватает школ и детских поликлиник. Но это строить власти не собираются. И мы требуем, жители Савеловского района, оставить, во-первых, без изменения правила землепользования в отношении участка Москва, улица Юната, владение 4. Во-вторых, провести независимую геологическую экспертизу, по результатам которой должно быть ясно, строение какой этажности можно здесь строить. И последнее, я думаю, это должны поддержать жители всех районов Москвы. Это изменение порядка о так называемых общественных слушаниях. Они должны получить статус референдума, а не непонятного консультативного совещания с допуском к голосованию только настоящих жителей района. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется члену регионального совета Московского Яблока, руководителю школы активного горожанина Татьяне Овчаренко. Так, ага. Здравствуйте, дорогие пострадавшие! Здравствуйте, жертвы и будущие жертвы!
Я хочу обратить ваше внимание, что все замечательно, особенно публичные слушания по поводу того, согласен ли ваш сосед отнять у вас вашу собственность. Давайте-ка мы все-таки вернемся в правовое поле. И мне бы хотелось... Так сильно слышно, да? Напомнить вам, что договор мены – это такой договор, по которому вы не имеете права предъявлять претензии качеству дома, на который вы поменялись. И эта маленькая хитрость московского правительства как-то до сегодняшнего дня не доходит до тех, кто говорят, что давайте мы целым кварталом будем голосовать за то, чтобы Овчаренко наконец выехала со своего Волжского бульвара куда-нибудь на окраину Некрасовки. Я снова призываю вас осознать, что мы не только москвичи, мы собственники. И вопросы нашей собственности мы должны решать сами, не спрашивая соседа, не спрашивая паркетного генерала, проворвавшегося в Питере, начальника нашего градостроительного департамента, товарища Лесника, о том, хочется ему снести наш дом или нет. Это первое. Второе. Давайте все-таки поймем, что сегодня правительству Москвы нечего предложить аварийным, тем, кто живет в аварийных домах. По той простой причине, что все, что построено, построено не для них. Построено очень плохо. И через 10 лет тоже будет аварийным. А пока, согласно полученным данным, в этом году из 5171 дома будет построено целых 30. То есть не пройдет и 170 лет, как эта гениальная программа краха Москвы будет исполнена. В этом смысле я считаю, что никаких поправок в закон, который намечает снос и гибель Москвы, быть не может. Этот закон должен быть отменен. Инициаторы и разработчики должны пойти под суд, потому что это государственное преступление. Далее. Мы должны выразить свое отношение на выборах. Мы должны показать вот этим выпускникам деревенских подворотен, которые нам теперь изображают из себя наших городских начальников, что мы москвичи, мы горожане, у нас есть права, и мы будем их защищать любыми способами, потому что гражданский закон дает нам право на самозащиту прав. Хватит вступать с ними в компромиссы, пока они не видят нашего нет, нашего кулака, нашей решимости, нашей тяжелого презрения. До тех пор они нас в упор не видят. Всем им я хочу сказать: Собянин, Хуснуллин, Лесин и Бирюков забыла, извините, да, и прочая московская приезжая шваль. Вы либо будете с нами разговаривать и нас слушать, либо вы добьетесь городского взрыва. И это относится к вам, уважаемый владелец 26 дворцов Владимир Владимирович Путин. Потому что ваш клеврет, ваш слуга господин Собянин по вашему распоряжению пытается сделать, чтобы в Москве было тихо. Не будет тихо в Москве! Не будет тихо в Москве! Не будет тихо в Москве! Мы за наши права будем воевать! И прежде всего мы заставим отменить этот закон. Потому что потрачу еще полминуты. 6 городов еще должны лечь под бульдозер этих мерзавцев. Питер, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, кто там еще забыла, извини. Сочи, Краснодар, Новосибирск. Поздравляю вас, проголосовавших за Владимира Вадимовича.
наши бульдозеры пойдут к вам, потому что вы сделали этот выбор. Нет реновации! Нет! Нет реновации! Долой реновацию! Долой реновацию! Долой реновацию! Долой реновацию! Так, а теперь у нас выступает один из самых активных районов. Слово представляю двум людям сразу. Первый – Шевченко Наталья Викторовна, инициативная группа «Пятая Пресня», и Цивлин Петр Ильич, центр инициативной группы «Тишинка». Добрый день, друзья! Добрый день, друзья, соседи! Да. Я представляю микрорайон «Тишинка», Пресненский район. Более 1000 человек, наших жителей, подписали обращение и борются, и боролись за сохранение зданий ДК имени Серафимовича, детских садов и ясель, которые располагались по Среднетишинскому переулку владения 5. К сожалению, эти здания сейчас снесены, и на их месте строители, в частности Домстройинвест, собираются построить комплекс высокоэтажных зданий по 22 этажа или 65 метров. Мы провели мощные историко-культурные исследования, которые однозначно подтверждали и подтверждают, что Дом культуры имени Серафимовича является историческим культурным объектом. Эти историко-культурные исследования были подтверждены 5 независимыми экспертами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, Союзом архитекторов, выдающимися деятелями культуры и искусства, профильными музеями Москвы. К сожалению, все это не имеет, оказывается, никакого смысла. Как нам заявил представитель Департамента культурного наследия, решение о том, сохранять здание как историческое культурное или уничтожать его, принимает исключительно руководитель Департамента культурного наследия Емельянов. И поэтому все наши изыскания не имеют никакого смысла. Принимает решение только он. В процессе из соображений целесообразности, вот такая была формулировка. Мы в процессе нашей борьбы, которую мы не закончили, несмотря на то, что снесены здания, мы обнаружили массовые, множественные нарушения закона, действующего законодательства, подлоги и фальсификации как со стороны московского правительства, чиновников московского правительства, так и со стороны застройщика «Домстройинвест». В частности, была передана в собственность, за деньги, естественно, детская земля, земля детских дошкольных учреждений для коммерческой застройки, что запрещено законом федеральным 124 статьей 13. Это грубейшее нарушение. На территории детских дошкольных учреждений ничего, кроме детских дошкольных учреждений, строить нельзя. Запомните этот закон. Далее. Застройщик получил в настоящее время разрешение на строительство без получения архитектурно-градостроительного решения. Это грубейшее нарушение. Они получили положительное заключение по экспертизе, которое основано на подложных данных. То, что я заявляю на основании документов. Все документы у нас есть. И мы их направили более чем в 60 инстанций. Ни одного ответа по существу мы до сих пор не получили. Дома, которые сносились, это Дом культуры, детский сад, студии Весняных. 2 уникальных всего детских сада было построено. Один до сих пор стоит в городке ЗИЛ. 2 однотипных детских сада с колоннами. Эти здания были снесены без ордеров, на основе подложных ордеров, которые были предназначены на обустройство стройплощадки. И вопреки решению суда, которое наложило ограничения и обеспечительные меры на то, чтобы Дом культуры не сносился. Несмотря на это, застройщик «Домстройинвест» здание снес. Мы против точечной застройки. Еще и почему? Потому что у нас есть примеры на Тишинке. У нас протекают подводные реки. И в результате вот таких строительств точечных, высотных, у нас соседний дом на Большом Тишинском переулке, дом 8, просел на 20 сантиметров, 25 сантиметров, фундамент ушел в землю, дом получил трещины,
и сейчас признан аварийным. Мы требуем отменить решение ГЗК о выдаче ГПЗУ на участок земельный Среднетишинский переулок владения 5, восстановить здание детских садов и яслей и восстановить за счет застройщика Домстройинвест, Дом культуры имени Серафимовича. И последнее, что хотел сказать. Символично, что мы собрались именно здесь, сейчас. Потому что рядом находится станция метро Достоевская. В честь Федора Михайловича Достоевского. В свое время он написал роман «Преступление и наказание». Так вот, преступлений московской власти уже немерено. Мы требуем наказания. Также хочу присоединиться к требованиям жителей Пресни, требованию отменить полностью закон о реновации, тот, в который сейчас вот идет в том режиме, в том темпе. Потому что это не реновация, как в других, во многих странах. Это какая-то лжереновация. Она не направлена на улучшение, она не направлена на какие-то радости, счастье, прелести. Это какой-то идет депортация, геноцид. Уничтожается все вокруг. Требуем снос только аварийного ветхого жилья, крепкие дома оставить в покое, сделать качественный капитальный ремонт, где-то реставрацию, где-то реконструкцию, и строго только по 100% желанию собственников. Все остальное... Если наше правительство не может выполнить требования народа, тогда правительство, идите, пожалуйста, в отставку. Вот здесь уже сидите с вашей реновацией. Так, уважаемые друзья, я очень кратко хочу прокомментировать вот эту ситуацию с домами на Климашкина 7 и Тишинской, про что сейчас говорили. Я в свое время вместе с моими коллегами по Московскому Яблоку спас исторические контуры этих домов от разрушения. У Лужкова все-таки рука не поднялась на то, чтобы их уничтожить. А вот у Собянина и вот этой его свиты, она поднимается. И они уничтожат эти дома выдающегося архитектора Нерзея. Поэтому давайте скажем им за это. Позор! Позор Собянину! Позор Хуснуллину! Позор Собянину! Позор Хуснуллину! И позор еще и за то, что они уничтожают исторические застройку и даже еще помимо всякой реновации, о чем сейчас расскажет Иван Рожков, активист 47-48 квартала Кунцево. Уважаемые москвичи, вы хорошо знаете, что такое реновация, потому что об этом говорят уже больше года. Но теперь выясняется, что так называемый закон о реновации – это всего лишь один из юридических способов снести малоэтажные дома города Москвы. У правительства Москвы есть и другие способы. Сейчас я расскажу вам об этом. Вы уже слышали про историю в Донском проезде. Такая же история происходит в 47-48 кварталах района Кунцево. Это 37 крепких кирпичных домов, которые решили стереть с лица земли только для того, чтобы расчистить строительную площадку для застройщиков из группы компаний ПИК. На этом месте группа компаний ПИК планирует построить 25 коммерческих новостроек и продать квартиры в них на общую сумму 44 миллиарда рублей. Дело в том, что вся эта история никак не связана с реновацией. Кварталы 47-48 Кунцево собираются сносить совершенно по другим юридическим основаниям. Когда мы спрашивали чиновников, на каком основании сносят наши крепкие, хорошие кирпичные дома, они сказали, вас сносят по программе комплексной реконструкции кварталов Кунцево, которая была принята еще в 90-е годы. Мы нашли документы, в которых излагается эта старая лужковская программа реконструкции. Оказалось, что в ней нет ни одного нашего дома. Чиновники задним числом
решили привязать снос наших домов к этой старой программе. Спрашивается, зачем они это сделали? Почему бы было не внести нас, как все остальные малоэтажные дома Москвы, в программу реновации? Ответ на этот вопрос прост, и он состоит в следующем. Дело в том, что, как вы знаете, из программы реновации можно выйти по решению собрания собственников. А вот из программы реконструкции, на которую ссылаются чиновники, нельзя выйти по решениям собрания собственников. А большие застройщики, такие как группа компаний ПИК, предпочитают застраивать город целыми кварталами. Поэтому чиновники сообразили, что если они внесут нас в программу реновации, то, наверное, половина наших домов выйдет из этой программы, и они просто не смогут реализовать на этом месте свой проект, предполагающий снос всех 37 домов кварталов. И для этого они взяли и внесли нас в эту старую, давно забытую, давно уже реализованную программу реконструкции кварталов Кунцево, не имея на это никаких юридических оснований. Сейчас мы судимся с ними в Московском городском суде. Но чиновники говорят нам, что у вас нет никаких шансов, потому что мы приняли проект планировки вашего квартала с соблюдением всех формальностей. Я хочу сказать вам, что эта история может произойти в любом районе города Москвы. Если какой-то богатый застройщик, например, группа компаний ПИК или любая другая компания, захочет построить на месте вашего дома свои новостройки, они в любой момент нарисуют проект планировки, утвердят его в установленном законом порядке и скажут вам, что вас сносят не по программе реновации, а по какой-нибудь давно забытой программе реконструкции, о которой вы ничего не слышали и из которой вы никогда не сможете выйти по решению собрания собственников. Вот такая история произошла у нас. Тем не менее, мы проводили собрание собственников. На сегодняшний день у нас прошло 20 собраний собственников, на которых 70% жильцов наших домов проголосовали против сноса. И только 7% проголосовали за снос. Вот протоколы этих собраний собственников. Мы передали их во все инстанции. В правительство Москвы, в мэрию, в префектуру, в управу. И чиновники всех инстанций сказали нам: извините, дорогие друзья, мы ничем не можем вам помочь, потому что у вас не реновация, и ваши протоколы не имеют никакой силы. Мы решили вас снести, и мы снесем вас, потому что мы сильнее вас, и вы не можете с нами ничего сделать. Так вот, на вопрос, чем же обусловлена такая крайняя необходимость, во что бы то ни стало, снести все 37 домов наших кварталов, чиновники нам сказали, что наши дома и земельные участки под ними изымаются для государственных нужд. Но мы прекрасно знаем, что на этом месте не запланировано строительство чего-либо иного, кроме 25 коммерческих новостроек группы компаний ПИК. Я хочу спросить у всех присутствующих, кто-нибудь считает, что получение группы компаний ПИК 44 миллиардов рублей прибыли – это государственные нужды? Тем не менее, чиновники из правительства Москвы, по-видимому, считают именно так. Жители кварталов 47-48 Кунцево просят жителей Москвы поддержать их в борьбе за свои дома и объяснить чиновникам из правительства Москвы, что между коммерческой прибылью группы компаний ПИК и государственными нуждами есть большая разница, что дома, в которых мы проживаем, и земельные участки под ними принадлежат нам на праве собственности, и распоряжаться ими можно только с нашего согласия. Что мы свободные люди, и нас нельзя переводить из квартиры в квартиру, как заключенных из камеры в камеру. Спасибо. Спасибо. Держите наших коллег. Вы знаете, вот я в своем выступлении сказал про строительную мафию, которой правительство Москвы отдает на растерзание наш город. Я не хочу быть абстрактным, я хочу назвать конкретные звенья в связи с последним выступлением. Компания ПИК не только уничтожает сейчас эти кварталы в Кунцево, 47-48, она еще знает, что делает. На улице Академика Павлова, там дома, придомовые территории, там детские площадки, скверы, прекрасное совершенно оборудовано все. Они хотят туда сдвинуть дорогу, а на месте дороги построить свои многоэтажки. То есть это в чистом виде рейдерский захват. Она терроризирует жителей Митина. Вот это и есть та самая строительная мафия, которой наш город отдают на поток и разграбление. Давайте скажем,
конкретно про эту компанию, то, что мы от нее требуем сейчас. Пик вон из Москвы! Пик вон из Москвы! Пик вон из Москвы! И вон из России, туда, где у тебя в офшорах деньги лежат. Это бандиты, которых, если я стану мэром, я сразу всех вышвырну из Москвы. Вот попомните мое слово. А сейчас я хочу предоставить слово жертвам другого преступления. Я о нем тоже говорил в своем выступлении. Это стадион «Красная стрела», бывший «Локомотив» в Лосинке. Я его прекрасно знаю, я в футбол в детстве на нем играл. Это народный бесплатный стадион, которым пользуются тысячи людей. Так вот, какая-то мразь взяла его в аренду, якобы под видом развития массового спорта, а потом переоформила под застройку. И сейчас, в год подготовки к чемпионату мира по футболу, этот стадион будет уничтожен, так как сделали еще и с другими десятками стадионов в Москве. Я не могу сейчас перечислять. Посмотрите, что с стадионом юных пионеров произошло. Какой кошмар. Поэтому я сейчас предоставляю слово лидеру борцов с захватом стадиона «Красная стрела» Андрею Улинкину. Здравствуйте! Привет вам от защитников стадиона «Красная стрела» в Лосиноостровском районе! Я хочу поблагодарить Сергея Сергеевича. Он не только сегодняшний митинг организовал на славу, но и на прошлой неделе помог нам в Лосинке организовать наш собственный. Мы множество раз сталкивались с отказом от властей на организацию митинга по «Красной стреле». И хочу поблагодарить еще раз Сергея Сергеевича за то, что он сделал для нас. И надеюсь, что мы таки сможем побороть эту ситуацию, в которую поставили наш район. Стадион действительно очень важен для нас и для наших соседей Бабушкинского района. Это был огромный спортивный кластер, где могли заниматься дети, где могли заниматься взрослые. Там была огромная развитая инфраструктура спортивная, теннис, футбол, беговые дорожки, спортклуб. Все это было приведено в запустение бессовестным арендатором, а затем пущено под ковш. Сейчас там роются котлованы, ставятся краны, но мы не опускаем рук, мы готовимся к суду. Мы отведем этих ребят туда, где им самое место. Их нарушения бесчисленны. Я не буду вас утомлять их перечислением. Это действительно огромный список. И обо всех из них мы регулярно, постоянно говорим московским властям. И нам вечно говорят, что нет, все в порядке. Вам показалось. Что вы такое говорите? Вы сами убили свой стадион. Говорят нам, перекладывая ответственность за содержание городских территорий на наши с вами плечи. Где это видано? Это полное безобразие. И я хочу вам сказать, друзья, давайте поддержим на выборах кандидата, который будет защищать интересы москвичей. Хватит уже бездумного жилищного строительства. Хватит уже уничтожать нашу общую инфраструктуру. Рекреационную, спортивную. Хватит уничтожать историческое наследие. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется председателю совета многоквартирного дома на улице Академика Комарова, активиста партии «Яблоко» Леониду Фрумкину. Здравствуйте, товарищи. Разрешите вначале не по теме митинга. Татьяна Овчаренко здесь рассказывала, что еще в 6 городах готовится реновация. Товарищи, ну давайте забудем слово «реновация». Воровайка это. И это объявил министр строительства МЭНИ. Господин министр, вы или фамилию снимите, смените фамилию вашего отца, или идите в отставку. Теперь по поводу нашего митинга. Значит, я хочу внести несколько поправок в резолюцию митинга. Пункт 6. Ограничить высотность. Написать надо 16 этажей максимум. Просто больше пожарных кранов на мае в городе Москве. 10. Дальше. 11 пункт.
Вы здесь пишете, что функции заказчика, никаких коммерческих фондов, должно делать государство. Конечно, конечно, государство и делает. Не за большие деньги. 88 тысяч рублей квадратный метр. Это три конца. Это не воровайка. Это супер воровайка. Поэтому предлагаю 11 пункт изложить следующее изложение. Я передал уже. Функции заказчика, организатора тендера на проект с утверждением в госэкспертизе, организатор тендера на сертифицированного генподрядчика и сертифицированного субподрядчика для строительства нового МКД, МКД-квартала, приемщика работы, получателя 100% бюджетных средств по адресационным программам правительства Москвы должны осуществлять. Первое. ЖСК для строительства новых МКД, организованных москвичами-переселенцами, не аварийных МКД. Второе. Жилищно-строительные кооперативы, которые сделали сами москвичи, реконструируемых и настраиваемых МКД. Это будет и успешнее, и минимум в полтора раза экономнее бюджету Москвы. Прошу изложить дополнительный 14 пункт. При найме на работу в Москве, не москвичи, публиковать в московских СМИ данные о конкурсе на требуемую профессию и только по его результату принимать на работу в Москву. Значит, москвичи, наша резолюция – это серьезный документ, опирающийся на федеральное законодательство, о чем очень можно поблагодарить организаторов этого митинга. Но переломить ужасную ситуацию с перенаселением Москвы в судах города или в Верховном суде России, или в Президиум Верховного суда невозможно. Сам все прошел. Только выбрав нового мэра с его новым правительством, мы совместно, подчеркиваю слово «совместно», можем решить эту проблему. Поэтому все москвичи обязаны идти на выборы в сентябре 2018 года. Москвичи уже заслужили нового, честного, грамотного мэра. Спасибо. А будут ли у нас честные выборы? Сомневаюсь. А сейчас я хочу предоставить слово, но прежде интрига. Кто не знает ситуацию про Кравченко 16? Да все. Знают все. Так давайте еще раз об этом поговорим. Слово представляю двум Татьянам. Здравствуйте, уважаемые москвичи. Я в двух словах только скажу. У нас дом, то есть наш двор существовал 55 лет. Детская спортивная площадка с хоккейной коробкой. Востребован 12 окружающими домами и двумя общежитиями МГУ. Студенты занимались. Наша хоккейная команда, детская, взрослая. Было вырублено 100 деревьев и собираются воткнуть. Вот представляете, вот здесь дома наши, а в центре собираются вместо детской площадки воткнуть 17-этажный дом. Коммерческий дом. Мы уже 7 месяцев боремся за нашу площадку. Вот вы подумайте, круглосуточное, непрерывное дежурство. И в морозы, и в дождь, и в снег жители стоят перед воротами. Многие бросили ездить на своих машинах. Мы перегородили въезд на стройку нашими машинами. Наверное, вот если кто еще не смотрел этот ужасный ролик «До выборов не бить», вот вы запомните, «До выборов не бить», Кравченко 16. Посмотрите, как они получают разрешение на строительство. Мы испытали это все на себе. Нас били до выборов. Было 4 крупных нападения боевиков, которых нанимал застройщик. Жители увозили на скорой помощи, обращались в травмопункты. Ночью на нас, вы знаете, 5 марта префект Волков сказал, что стройка будет отменена 5 марта. 7 марта в 3 часа ночи приехали боевики в масках и пытались возобновить строительство. Опять же, жители били женщин накануне 8 марта. Мы говорили, это, наверное, вторая часть подарка от префекта. Первое, то, что он сказал, что стройка будет отменена, а вторая часть, это он на 7 марта на женщин, защищающих своих детей и свою право на благоприятную среду обитания, он направил на нас этих бандитов, потому что не может префект не знать, что нас избивают. Вот. Что делается сейчас? Сейчас просто отозвали ордер УАТИ и стройка приостановлена. Но на наши все обращения приходят отписки. Наши ветераны Ломоносовского района, их 2000 человек, тоже направили свои обращения к мэру, чтобы они говорят, что мы сами сажали эти деревья на этой площадке, остановите стройку. Пока и им приходят отписки. Но мы продолжаем дежурить, мы не отступим, потому что нельзя так обращаться к жителям, с детьми нашими. У нас, если так пойдет дальше, у нас не останется ни дворов, ни деревьев, и у нас не останется здоровых детей.
спасибо. Мы держимся. Нас очень многие поддерживают. Сейчас собрано 6000 подписей. Спасибо вам. Уважаемые москвичи, мы, я и мои соседи, уже 7 месяцев останавливаем эту стройку. Она не идет. И это наша маленькая, но все равно победа. 7 месяцев они не могут начать строительство. На настоящий момент пока что только отозван ордер на земляные работы. Мы не сдаемся, мы продолжаем бороться. Я хочу обратиться не к вам, вы активные жители. Я хочу обратиться к тем, кто сейчас сидит дома и смотрит на нас, например, в интернете. Ребята, если вы думаете, что вас это не коснется, если вы думаете, что вы будете сидеть на диване и все произойдет само собой, вы ошибаетесь. Собянинский каток уже прошел по всем нам. Собянин уничтожил нашу детскую площадку. Собянин уничтожил парк 50-летия октября, рядом с которым я живу. Кто может, зайдите, посмотрите, что он там устроил под видом благоустройства. В этом году он собирает тянуть свои лапки к школам и к школьникам. Что касается реновации и домов, я сама очередник, я 10 лет стою в очереди, у меня не очень хорошие жилищные условия, но я не поеду в Собянинский человейник, потому что его строят его друзья, нарушая все нормы, инсоляции, правил постройки, этажности и тому подобное. Я хочу, чтобы у меня был нормальный мэр, который будет строить дома для москвичей, который сам москвич, который здесь вырос, живет и за нас болеет. Я хочу сказать, что 16-18 сентября, когда у нас начали уничтожать нашу площадку, к нам приехал Сергей Сергеевич Митрохин. И это человек, который приезжает к нам каждый раз, когда мы его зовем. У него сейчас действительно нет никакой настоящей власти, потому что он не мэр. Но он все, что может от себя, вот в этих условиях, он для москвичей делает. И не только по нашей ситуации, а по всем остальным ситуациям. Я неоднократно слышала, что все, кто звал Митрохина, Митрохин пришел и помог. Я вас призываю. Сейчас раньше говорили, что не модно заниматься политикой, это грязно и так далее. Это неправда. Политикой заниматься надо и модно. От нее зависит наша жизнь и наше будущее. Я вас призываю прийти в сентябре на выборы и выбрать себе мэра, который будет за нас. Спасибо. Митрохина мэр! Митрохина мэр! Митрохина мэр! Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые друзья, во-первых, я должен сейчас выполнить государственную функцию. Полиция, которая охраняет наш митинг, попросила меня сообщить от имени МЧС о том, что на Москву надвигается ураган. Вот. Я бы об этом немножко прокомментировал. Я считаю, что у нас есть такой ураган, который давно уже бушует, и нас всех трясет от него. Он у нас сносит дома крепкие в Москве. Он у нас сносит скверы, парки сносит, ларьки, киоски сносит. Он бушует уже так, что у нас уже от МЧС ураганом не испугаешь. А еще комментарий. Я выражаю благодарность жителям улицы Кравченко, но не только за то, что они меня призвали поддержать на выборах мэра, но и за их мужество и героизм, к которому я вас всех призываю. Когда у вас захотят что-то построить, а у кого еще вроде бы не хотят, тот ошибается. Придут и построят. Так вот, наступает момент X, когда там заборчик, фургончик, что-то там завезли, разрыли. Надо всем выходить. Как мы вышли 16 сентября на улицу Кравченко, на эту площадку. Мы туда прорвались. Я благодарен жителям, что их много пошло за мной. Что пошли с детьми под крики «Вы детей в политику втягиваете». Не слушайте этих сволочей. Все собирайтесь, выходите, все вверх. И вышибайте это дерьмо из вашего двора. А я всегда приеду и помогу. Так, давайте по теме. Как мы знаем, реновация затрагивает много тем. Одна из них — экология. Поэтому я хочу дать слово Ирине Мягковой, члену инициативной группы экологов. Уважаемые друзья, я представитель группы «За чистый воздух», районы Измайлово, Гальяново, Перово. Дело в том, что здесь еще на митинге не говорилось о том, что реновация очень сильно ударяет по нашим правам. Мы в наших чистых когда-то районах Измайлово, Сокольники, начали задыхаться.
несколько месяцев мы задыхаемся от ядовитых выбросов кучинской свалки. Сюда же добавляет своих ароматов мусоросжигательный завод и еще куча неопознанных точек, которые также дымят. Наши дети задыхаются, тошнота, рвота бывает при восточных ветрах. И это очень тяжелая ситуация, потому что не только Подмосковье, Волоколамск, Клим стали задыхаться от свалок, которые подходят к домам людей. Но и мы, москвичи, тоже начали это чувствовать. Мы спим последние несколько месяцев с закрытыми форточками. Эта тема нигде не озвучивалась, и я решила озвучить ее здесь. Потому что нужно решать мусорную проблему, которая не решается десятками лет. Мы живем как отсталая африканская страна. А нам нужен раздельный сбор мусора. Нам нужен цивилизованный подход к этой теме. Почему я об этом говорю на митинге по реновации? А потому что 5100 домов, которые реноваторы решили разрушить, они какой объем мусора дадут? А этот мусор куда денется? Он опять засыпет наше ближайшее Подмосковье крупногабаритным мусором. А горючий мусор будет сжигаться на еще 4 мусоросжигательных заводов, которые старательно наши власти нам хотят продать как идею решения. Но это не идея, потому что мы будем страдать от онкологии. Посмотрите, район Кожухово за последние 5 лет в 4 раза увеличилась заболеваемость онкологии. Это тяжелая проблема. Реновация – это уничтожение 100 тысяч возрастных крепких деревьев, которые сейчас дают кислород. Реновация – это снос экологичных для человека пятиэтажных кварталов, где прогуливается ветер и проветривает, и несет кислород. Если дома построены очень высокие и очень близко друг к другу, воздушные массы не могут продуть, проветрить воздух в этих кварталах. А к тому же ухудшается инсоляция. Там гниет солнце, появляется туберкулез и золотистый стафилококк. Только потому, что там нет солнца. Поэтому наши замечательные районы нужно сохранить. И я говорю, нет реновации. И я говорю, да, мы требуем от правительства Российской Федерации и депутатов Государственной Думы пересмотреть законодательство о реновации с точки зрения обеспечения прав жителей на благоприятную окружающую среду. Мы за коллегиальное участие наших отечественных ученых в разработке планов развития московского региона и страны. Мы за обязательную экологическую экспертизу каждого нового проекта. Мы за общественный контроль. И мы за мораторий на строительство мусоросжигательных заводов. Наш мусор нужно разделять, глубоко разделять. Разделять органику и неорганику. Иначе нас всех вместе с Подмосковьем захлестнет эта экологическая катастрофа. Мы говорим нет реновации, потому что она усугубляет и без того тяжелую экологическую ситуацию. Туда нужно вложить деньги и средства, и силы, чтобы решить нашу мусорную проблему, а не сносить хорошие, крепкие и жизнестойкие дома. Спасибо. Пару минут, пожалуйста, по немного отвлеченной теме. После моего выступления о том, когда я заикнулась о Кемерово, появились посты в Фейсбуке об одной просьбе, которую сейчас озвучит Сергей Митрохин. Уважаемые друзья, ну, короткое добавление к предыдущему выступлению. Мы не должны забывать о том,
особенно после трагедии в Кемерово, что еще несут в себе эти законы о реновации. Это не только вот эта безумная кишка, которую засунули в закон о статусе столицы, опозорив столицу, кстати, в глазах других регионов. Но это еще и о том, были приняты поправки в закон о пожарной безопасности, о санитарной безопасности, о технической безопасности, что под предлогом плотной застройки можно не соблюдать нормы этих законов, а соблюдать только минимально необходимые нормы. Вот такое отношение. Я об этом говорил, кстати, Матвиенко. Я говорю, вы сейчас проголосуйте, на вашей совести будут жертвы сгоревшие или заваленные обломками, или заболевшими какими-то эпидемиями. Вы что творите? Но это приняли во имя реновации. Поэтому, конечно, мы требуем, у нас резолюция это есть, чтобы нормы все соблюдались, и плотная застройка была поводом не для смягчения этих норм, а для ужесточения. Потому что она опаснее, чем редкая застройка. Но исходя из этого, мы можем понять, почему происходят такие трагедии, как в Кемерово. Да потому что нашему государству плевать на безопасность собственных граждан. Вопросы безопасности для него на втором плане. После коммерческой прибыли, строительных мафий и другого типа бандитов, с которыми эта власть дружит и извлекает свои доходы. Уважаемые друзья, мы впервые собираемся так широко в Москве после трагедии в Кемерово. Поэтому я предлагаю сейчас почтить жертв этой трагедии минутой молчания. Приспустить флаги, прошу. Спасибо большое. Помимо экологии, у нас есть еще одна проблема. Это экология мусора. Будет страдать Подмосковье. Поэтому мы пригласили члена инициативной группы в борьбе с мусором в Подмосковье Спиридонова Александра Викторовича. Здрасте. Очень приятно. Я житель Коломны. Очень красивый подмосковный город. Наверное, слышали мы, наш Кремль занял первое место. Вот, и у нас сейчас беда пришла к нам в дом. У нас полигон Воловичи открылся. Вот. До этого он 30 лет обслуживал только наш город родной. И тут, в том году, осенью его открыли, и потек туда мусор со всего, так сказать, ближайшего региона. И буквально месяц назад люди перекрыли дорогу, и вот уже стоят почти месяц и не пускают другой мусор. Люди стали болеть, невозможно находиться рядом. У нас огромные просьбы к москвичам. Помогите нам сохранить наш город. И все-таки надо эту мусорную мафию, наверное, как-то победить. Спасибо. Спасибо. Мы, конечно, поддерживаем Коломну. Я, кстати, ездил туда. Меня приглашали активисты показать, какое безобразие творится в Коломенском Кремле. Та же самая, фактически, застройка в Кремле. А сейчас я хочу предоставить слово лидеру инициативной группы Басманова района, где мы 2 недели назад или 3 тоже провели митинг. Вот этот район получит колоссальный удар при реализации планов реновации. Получим удар все мы, потому что там сосредоточены уникальные памятники нашей древней московской русской старины. Они будут сметены с лица земли вот этим ураганом, о котором я сказал. Слово Алексею Егоркину. Спасибо. Здравствуйте, дорогие москвичи. Я начну с поздравления. Сегодня, 21 апреля, день местного самоуправления. И я хочу напомнить, что основной носитель власти в нашей стране является народ. К сожалению, власти об этом забывают. И в частности, когда ведутся какие-то разговоры на встречах с
исполнительной властью на местах, всегда отделяется мнение города от мнения народа. Вот хотелось бы, чтобы власть вспомнила, что город – это для людей, а не для города. То есть город – это не какой-то монстр, который призван пожирать нас, а мы должны быть хозяевами в нашем городе. Это первая такая лирическая нотка. А конкретно про Басманный район. Басманный район уникален. Здесь сохранилось больше, чем где бы то ни было нетронутых уголков Старой Москвы. По количеству культурного наследия он уступает лишь Тверскому району, в границах которого находится Кремль и Красная площадь. А в то же время наш район Басманный пострадал больше всех от программы реновации. В нашем районе количество домов, попавших в реновацию, самое большое в ЦАУ. Он единственный в ЦАУ, в котором эта программа будет развернута широкомасштабно. Итак, с этим местом, кроме того, связано и развитие образования и промышленности. Многие здания включены в государственный реестр объектов культурного наследия. Вокруг них обозначены охранные зоны, где законом запрещено любое капитальное строительство. По сути, в определенной исторической эпохе здесь находился центр города. В этом месте, где каждый клочок наполнен историей, насильно внедряется программа реновации. В целом наш район единственный, где попало такое количество домов в программу. Причем реально требующих выселения домов единицы. Отмечу, что и лечение застройки сопровождается закрытием социальных объектов, таких как больницы, сокращаются поликлиники, школы, не развивается система коммуникаций. То есть на сложившуюся инфраструктуру повышается нагрузка со всеми негативными последствиями, приводящими к ухудшению качества жизни. Цивилизованный подход к таким районам допускает только реставрацию и регенерацию, то есть восстановление утраченных элементов градообразующей среды и полностью исключает какую-либо реновацию. На примере Токмакова переулка, исторического места, которое сохранилось каким-то чудом в истории, нынешние власти города хотят под предлогом защиты интересов жителей, попавших в реновацию, построить дом в охранных зонах. Причем в то же время огромные площади были отданы под коммерческую застройку на месте бывших промзон. Мы выступаем категорически против застройки в этом месте. Токмаков переулок, владение 25 и смежный с ним объект культурного наследия усадьба Струйских и храм Вознесения на Гороховом поле 18 веков. Мы требуем создать в этом месте рекреационную зону на месте планируемой незаконной точечной застройки и включить это место в туристические маршруты. Более того, мы хотим, чтобы на примере Басманного района была объявлена эта территория как историческое поселение. В принципе, Москва в целом заслуживает этого статуса. Наше вот это вот решение поддержали почетные жители Басманного района. Это Домашнего, краевед-писатель. Юрий Михайлович Рос, телеведущий, российский фотограф, журналист, писатель, актер. Андрей Леднев, журналист, писатель, краевед, потомственный москвич. Муниципальные депутаты Басманного района. Ремезова Евгения, Котов Виктор, Морозов Илья, Штейн Людмила, Юрий Архипов, который также является директором театра на Басманной. Видные деятели культуры, сотрудники библиотек Некрасова и Достоевского. И координаторы музея Басманного района и общества «Слобода». Давайте не забывать о том, что уровень развития общества определяется его отношением к старикам, детям, инвалидам, а также к собственной истории. Спасибо вам. Хочу сказать, что данным митингом, да, наша борьба не заканчивается. Мы должны думать о завтрашнем дне. Один из пунктов являются осенние выборы. Я хочу слово предоставить Михаилу Тимонову, координатору наблюдателей Восточного района округа. Спасибо. Здравствуйте. Друзья, меня попросили быть очень кратким, буду. Когда страна идет в разнос, у граждан, да, не у жителей, а у граждан, не остается ничего другого, как самим заняться политикой. Вот мы с вами тут сейчас занимаемся политикой. Надо отдавать себе отчет, но этого мало. Наверное, все заметили, что в тех районах, где есть нормальные муниципальные депутаты, там гораздо легче отбиваться и от реновации, и от всех прочих прелестей, которые нам предлагает наш режим. А для того, чтобы провести наших муниципальных депутатов, чтобы выбрать нашего мэра, чтобы в 2019 году выбрать нормальных людей в Московскую Думу, необходимо, чтобы в районах были наблюдатели. Вот я как координатор наблюдателей Восточного и Юго-Восточного округов могу точно сказать, что наши муниципальные депутаты прошли только там, где сильные наблюдательские бригады. Друзья, к вам обращаюсь.
Сейчас будет формирование участковых избирательных комиссий. Войдите туда, пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайтах «Голоса» или «Гражданин-наблюдателя», вы попадете к районным координаторам, вы станете членами участковых избирательных комиссий, вы станете основой вот тех людей, которые защищают реальное мнение народа. Если вы это сделаете, вероятность того, что мы выберем нормального мэра и нормальных людей в Мосгордуму, будет существенно выше. Спасибо. Уважаемые друзья, в своем выступлении говорил о чудовищном преступлении, которое готовится на 16-й Парковой, где прекрасное здание реабилитационного центра «Солнечный круг» детского хотят снести, чтобы построить стартовый дом для реновации. Так вот, меня туда пригласило и возглавляет борьбу за сохранение этого центра, который просто можно превратить в детский сад в обыкновенный, там детей-инвалидов уже вывезли. Екатерина Силаева, депутат Северного Измайлова. Здравствуйте. Да, я Екатерина Силаева, депутат района Северного Измайлова. И у нас тоже есть проблемы с реновацией. И в нашем районе, и в соседних районах у нас три района, которые находятся в тесной связи, измайловские: Северное Измайлово, Восточное Измайлово и просто Измайлово. Вот одна из проблем, которой действительно я занимаюсь, это стартовая площадка под реновацию по адресу 16-й Парковой, дом 12. Это замечательное здание, отремонтированное после капитального ремонта. Мы там были, я и депутат Татьяна Царенко из Измайлова. Приезжал туда Сергей Сергеевич, как раз мы смотрели это здание. И вот это замечательное здание господин Собянин хочет снести и построить там какие-то дома. Значит, мы выяснили, что буквально по соседству находится детский сад, в котором есть очередь детей. Представьте себе, буквально через три дома. И было бы вполне логичным вот это здание передать детям. Но в настоящий момент нам чиновники обещают о том, что они рассматривают этот вопрос, думают, но никакого решения, никакого постановления правительства Москвы об исключении этой стартовой площадки из списка стартовых площадок нет. Поэтому на сегодняшний момент угроза, в общем, остается прежней, к сожалению. Еще я хочу сказать о том доме в Северном Измайлово, это 16-й пар, ой, это улица Никитинская, 16, корпус 2, который отбился от реновации, набрал необходимый процент голосов по ОСС, и которые префектура Восточного округа не выпускает из реновации, не всякие им подножки ставят и не дают, вот, соответственно, выйти. Но я прошу, опять-таки, поддержать наших жителей в борьбе за это детское учреждение, за детское здание, и присоединяюсь ко всем противникам реновации. Реновация должна погибнуть в нашем городе бесславной смертью. И призываю вас также всех прийти на выборы мэра и сделать свой выбор не в пользу действующего господина Собянина. Спасибо. Напоминаю, что помимо реновации сноса домов, это затрагивает и инфраструктуру. Поэтому пару слов. Здравствуйте, я представляю родителей школы 101 для глухих детей, которая тоже попала в программу реновации, попадает в наша огромная территория, наше здание. Мы боремся уже с октября месяца, вот по сей день пытаемся сохранить и педагогический коллектив, и детей, чтобы родители не разбирали по другим школам. Но, собственно, и разбирать по другим школам невозможно, потому что касается это всех. То есть школы для инвалидов закрываются по всей Москве. Я хочу сказать о том, что педагогический коллектив очень сильно запуган в Москве, ничем не защищен. Педагогам, которые выступают за детей, за сохранение рабочих мест, за сохранение зданий школ, коррекционных особенно, они попадают под сильный прессинг департамента Москвы образования и самого мэра. Также родительская общественность у нас постоянно под прессингом новой, так скажем, плетки от мэра, ювенальная юстиция, но ей мы благодарны еще, за нее мы благодарны еще и нашему президенту. Так вот, я хочу сказать, что мы боремся за нашу школу с октября 2017 года по сей день. Школа стоит, дети учатся, педагоги работают, но нас постоянно прессингуют. Я хочу призвать родителей перестать бояться
и выходить и бороться за права своих детей. Потому что кроме нас, родителей, никто их не защитит. Спасибо. Слово предоставляется инициативной группе борьбы с точной застройкой в Хорошо в Мневниках. Пусть это второй квартал. Здравствуйте. Привет всем из района Хорошо в Мневнике, Северо-Западного административного округа. Мы представляем 75-й и 82-й кварталы этого замечательного района. Для того, чтобы понять, что такое реновация, достаточно взглянуть на район Хорошо в Мневнике. С 99 года правительство Москвы, в 99 году правительство Москвы заключило инвестконтракт с компанией «Крост», которая на протяжении вот уже 18 лет осуществляет снос и расселение пятиэтажек и строит новые дома. Реконструкция наших кварталов затянулась на 18 лет. 40 пятиэтажек до сих пор не снесли. При этом в течение 18 лет никто не осуществляет их ремонт. Дома находятся практически в плачевном, очень нехорошем состоянии. Изначальный проект планировки территории, составленный в 2007 году, не соблюдается. Что происходит? По факту строительный концерн «Крост» на ГЗК, градостроительно-земельной комиссии, оговаривает отдельные условия для каждого участка. И у нас происходит точечная застройка. Все, что нужно этому строительному монстру, оговаривается в этом месте. Нужно увеличить плотность? Пожалуйста. Повысить высотность? Возьмите. Увеличить количество метров? Держите, без проблем. В настоящий момент из-за вот таких вот действий в 75-м квартале строятся три башни высотой под 60 этажей каждая. При этом концерн «Крост» не выполнил свои обязательства по строительству школ и детских садов. Вместо коренных жителей квартала выселяют в том числе замкад, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых людей, инвалидов. Или предлагают условия для переселения, построенные таким образом, в такие дома, в которых жить невозможно, с узкими комнатами-пеналами и без балконов и кладовок, и с окнами на оживленную магистраль. Все это происходит с попустительства чиновников московского правительства. Приезжайте, посмотрите и увидите реновацию, как она выглядит сейчас. Спасибо. И хочу дать еще одно слово одному человеку, чтобы закончить наш митинг на оптимистичной ноте. Тому активисту, который дал идею надуть шарики и написать на них надпись «А мы не сдулись». Потому что мы действительно не сдулись и будем продолжать бороться против закона о реновации. Слово предоставляю Александру Эйсману. Здравствуйте, друзья. Нас тут сегодня довольно много, и это хорошо. Но если совсем по-хорошему, то нас здесь должно быть гораздо больше. В сотни раз больше. В чем проблема? Почему москвичи не пришли сюда в количестве миллиона человек? Я думаю, проблема в том, что москвичи еще не поняли, какой ужас грозит им в виде этой самой реновации. Они этого еще не поняли, особенно те, которых реновация пока что не затронула лично. Люди, которые не живут в домах, попадающих под снос, люди, которым в итоге во дворе поставят 40-этажные небоскребы, но пока эти небоскребы во дворах еще не строят. И люди еще не понимают, что это будет такое. Так вот, эти люди еще не знают, что им грозит, а это значит, что мы должны пойти к ним и рассказать. Мы должны пойти и рассказать людям правду. Друзья, я уже год занимаюсь изготовлением листовок. Я предлагаю свои листовки, в которых рассказывается, что такое реновация. Листовки, предназначенные для сносимых домов, для несносимых домов, с подробным изложением, чем это грозит для тех, для этих. А грозит это, в общем, всем, абсолютно всем. Так вот, я призываю вас, я призываю всех нас брать эти листовки и идти по домам,
и раздавать, и раскладывать, и расклеивать. Я обещаю вам, что каждый, кто попросит у меня листовок, кто скажет, что ему нужны листовки, получит столько листовок, сколько ему нужно. Мы знаем. Связывайтесь со мной. Меня зовут Александр Эйсман. Я есть в Фейсбуке, я есть ВКонтакте. Связывайтесь со мной, пишите мне. Пишите в группу нашу «Москвичи против сноса». Пишите Кэрри. И я дам столько листовок, сколько вам нужно. Мы должны работать, мы должны говорить людям правду. И мы победим. Спасибо. Самоорганизация – это наше все. Дорогие друзья, как я сказал, у нас жесткие рамки. Мы сейчас должны уже закончить наш митинг, но мы справились. Выступили все желающие. У нас еще есть резолюция. Она довольно большая, как вы знаете. И она раздавалась здесь и вывешена в интернете. Поэтому я не буду ее полностью зачитывать. Это только самые отдельные моменты, штрихи, чтобы все понимали, о чем речь. Мы не можем закончить митинг без резолюции. Сначала мы, участники митинга, выражаем крайнюю тревогу в связи с тем, какие формы принимает осуществление программы «реновации» в кавычках. Антисоциальная сущность программы, я об этом говорил. Жилье, построенное для очередников ветхого и барачного жилья, отдают под реновацию. И так далее. Мы все это перечисляем, все, о чем здесь говорилось. В угоду варварской застройки идет снос объектов культурного наследия. Уничтожается исторический облик в целых районах. Мы выступаем против нарушения Конституции, принудительного изъятия у граждан частной собственности, ограничения права на судебную защиту в рамках реновации, липовых всяких глупостей типа активного лохотрона. Вот, я для сокращения немножко утрирую текст. Приведение нормы переселения в соответствии с Конституцией. По неаварийным домам сносить только неаварийные дома из программы сносить только при согласии 100% собственников. Это очень важный пункт. Аварийность определять не на глаз, а на основе технической экспертизы, проводимой под контролем собственников. Установить мораторий на любое строительство до проведения аудита имеющегося жилья. Мораторий на добавление под любым предлогом новых списков на снос и вход в реновацию. Важный пункт. Мы требуем полностью установить мораторий на точную застройку и выполнять никем не отмененное постановление 714 от 23 августа 2007 года, которое запрещает точную застройку в Москве. Повторяю, никто не отменял. Восстановить на 100% программу жилища. Вернуть очередникам дома, построенные по этой программе. Прекратить нарушение прав собственников жилых помещений при переводе квартир в нежилые помещения и так далее. Я не буду подробно все пункты зачитывать. Все имели возможность ознакомиться. Кто хочет, может ознакомиться. Кэрри хочет добавить что-то. Пожалуйста. Я хочу пояснить одну вещь. Хотя, наверное, по группе «Москвичи против сноса» это уже давно все видели. Нас пытались разъединить, нас пытались рассорить. Но мы доказали, что мы, наоборот, объединились. «Москвичи против сноса», очередники, дольщики, активисты, которые бьются за спасение животных. Мы все сегодня собрались вместе, сейчас и здесь, чтобы показать всем, что мы объединились, что мы работаем одновременно, друг другу помогаем, и мы будем дальше продолжать бороться. Более того, вчера Собянин провел встречу москвичей. Поднимите руки те, кто присутствовал на этой встрече. Их нет, этих рук. Встреча проводится без нас. Однако мы сегодня абсолютно точно можем констатировать факт. Антикоррупционная коалиция против коррупции Москвы сегодня объединила все межфракционные «мы» теперь в единой борьбе против коррупции, против этой власти. Спасибо. Мы, обманутые дольщики Московской области, сегодня пришли, чтобы поддержать все общественные движения Москвы и Московской области за беззаконие, которое творят на нашей земле.
На этой земле жили наши предки. На этой земле могилы наших предков. На этой земле мы выросли, мы служили за то, чтобы наша страна процветала и расцветала. Что мы сегодня наблюдаем? Сегодня мы наблюдаем, что нашу землю грабят. Из нее вывозят ресурсы наши, которые принадлежат всему народу. А Конституция и все законы, которые говорят о том, что мы должны их выполнять четко и пунктуально. Мы их выполнили. Мы сегодня отдали последние свои сбережения, честно заработанные, ворам. И сегодня мы ходим с протянутой рукой по чиновникам для того, чтобы они выполнили свои обещания. Они устроили нам пирамиды строительные. И мы сегодня не можем по 20 лет получить наше жилье. Поэтому мы всех вас поддерживаем, мы с вами, мы будем вместе и мы победим. Наша земля будет процветать. Дорогие москвичи, в районах пятиэтажек, которые я искренне люблю, в зеленых районах живут не только люди. Там живут кошки. Самая большая концентрация кошек именно в районах пятиэтажек. Если людей лишат жилья, но они останутся живы, то кошки погибнут под завалами страшной смертью, и их некому защитить, кроме нас. Я бы хотела попросить жителей районов, которых сносят, пожалуйста, позаботьтесь о своих животных, обратитесь к нам в группу «Котоспас», и мы будем с вами вместе работать над их спасением. Спасибо. Спасибо. Уважаемые участники митинга, мы завершаем наш митинг, но мы еще не приняли резолюцию, которую я зачитал. Я прошу вас сейчас выразить к ней отношение. Кто за, прошу поднять руку. Спасибо, прошу опустить. Прошу опустить. Кто против? Не вижу ни одной руки. Кто воздержался? Не вижу. Один человек воздержался. Это демократия. Вот, уважаемые, у меня теперь к вам вопрос всем. Вот мы сейчас проголосовали за резолюцию. Как вы думаете, выполнит ли ее правительство Москвы? А даже если оно захочет, оно вообще сумеет его выполнить? Уважаемые граждане, мы из этого должны сделать один простой вывод. Что нам сделать с правительством Москвы в сентябре этого года? Его надо убрать. И давайте скажем это пока еще действующему мэру. Собянин, уходи! Собянин, уходи! Собянин, уходи! Собянин, уходи! Я призываю вас в сентябре аккуратно, нежно, конституционным путем, в рамках закона, вынести Сергея Семеновича из кресла мэра Москвы и взять власть в свои руки, в руки честных москвичей, которые любят свой город. Все на выборы! Даешь реновацию власти! Спасибо всем, что пришли. Спасибо. И мы скоро с вами снова встретимся.